На выставке представлены настоящие шедевры из шоколада. Для их создания использовались только съедобные материалы – темный, белый и молочный шоколад, марципановая и сахарная пасты, пищевые красители, кондитерские украшения, пищевой лак и прочее. Из профессиональных инструментов использовались темперирующие машины, пульверизаторы, аэрографы, молды, трафареты и другое оборудование. В производстве экспонатов используется самый обычный шоколад. Продолжительность жизни каждого шоколадного шедевра может достигать 5 лет при условии соблюдения строгих правил. Главное – соблюдать влажностные и температурные режимы при экспонировании, транспортировке и хранении. Оптимальная температура окружающего воздуха должна поддерживаться на уровне от 20 до 24 градусов по Цельсию. Попадание прямых солнечных лучей представляет серьезную опасность. Они могут растопить экспонат даже в холодную зимнюю погоду. Транспортировка – это очень сложный процесс, при котором используется упаковка, изготовленная индивидуально для каждого экспоната. Тем не менее, после транспортировки проводятся реставрационные работы и профилактическое обслуживание коллекции из шоколада. После 3-4 лет шоколадной жизни экспонаты отправляются на заслуженный отдых. Приятного просмотра!